Ты уже готов, Эдриан? Раз это надолго, можно взять с собой друга? А можно взять двоих друзей? А можно мне взять троих? А можно четверых? Точнее, троих с половиной. Да ты заебал. Было очень вкусно, милый. Ну, а на десерт? Вуаля! Ух ты! О, нет, спасибо. Но это же твой любимый. Да, так и есть. Но я же говорила, что собираюсь гулять. Время подрочить. Не мешает, блядь! Нужно позвонить родителям. Габриэль Агрест. Вероятно, мой папа. Пошел ты нахер, козел! Надеюсь, тебе больше повезет. Агрест, Сезар, Софен, Дюпен, Чен Сабина. Маринет, ты цела? По телевизору говорят, что Леди Баг и Суперкот сражаются со злодеем в башне Монпарнас. Вы же туда сегодня собирались с классом? Суперкот и Леди Баг? Маринет, у тебя все хорошо? Ты где сейчас? Да, мам, все хорошо. Я с друзьями в безопасности. Не волнуйся. Я не понимаю этого! Что бы ни случилось, не двигайся, пока они не победят этого злодея. Конечно, мам, не волнуйся, люблю. Да, но для того, чтобы победить этого злодея, нам придется превратиться в Леди Баг и Суперкота. Может, мы что-нибудь найдем в новостях о том, что случилось перед тем, как мы потеряли память. Чего, блядь? Забыла свои рефлексы, да? Ну, теперь ты забудешь и все остальное, включая твой талисман! Я зарежу нахуй! Эдри! Ну, например, сегодня я приготовил небольшой сюрприз для Леди Баг. Ты влюблен в Леди Баг? Серьезно? А что за небольшой сюрприз? Эй, пойдем со мной. Закрой глаза и держись крепче, ладно? Fuerza del mar que se me da...